Приветствую всех, товарищи, с вами Shadow Master, и мы продолжаем, во-первых, войну в Дании, во-вторых, войну в Англии. А, внучка родилась. Молодец. Можно, кстати говоря, жизненный путь выбрать. Она будет у нас хорошим военным, она, потому что она сильная. Раз она сильная, она пойдет в выживание. Не, ну, кстати говоря, они очень красивые. Мне очень нравится. Ну, парни, конечно, такие себе, вот девочки... У девочек очень прикольные, очень хорошие модельки. Хорошо, что мы вышли... Хорошо, что мы женились на... Получается, славянской. Ну, точнее. Если будет более конкретно, то... На женщине с польской культурой. Потому что, реально, дети... По крайней мере, дочери очень красивые. Ну, гречанки, по-моему, еще красивее. Но я за этой партией что-то не видел. Потому что мы... Мы даже не христиане. А, в принципе, у них тут обычные модельки. Я даже не уверен, что у тебя. Я даже не уверен был, что ты православная, так себе говоря. А, еретичка. А вы все, кстати говоря, приняли монофизианство. Все приняли монофизианство, это очень странно. Да, и тут крещанок тут особо и нет. Но я имею в виду, чтобы у них была и греческая культура, и православная вера. Мы тут спешим на помощь. Что, все сейчас может кончиться у нас плачевно, если не примем результаты. О, Франция еще подключилась к войне. Будет интересно наблюдать. Так, тут 4000, они уходят куда-то далеко. А главное сейчас будет в битве при Лестере. Сейчас раздавим восставших на голову. Хорошо, где-то на север не волнует. Все, 100%. Победили. А потому что мы до сих пор контролируем Восточную Англию. И плюс еще битва местечка Сатуэлл. А, мы еще не контролируем. Ну, я не знаю, тем не менее, как у нас набился военный счет 100%. Самое главное, что мы тебя раздавили. Тебя раздавили, и можем спокойно уходить отсюда. Уходить отсюда, во-первых, она будет уже освобождать нашу столицу, она, к сожалению, пала. И возвращать под контроль Херджадаль. Еще одна проведника. Ну, кого можно, мы тут выпускаем за деньги. Так, ну ты у нас обычный интересный персонаж. Значит, мы тебя можем спокойно выпустить. Согласен. Так, о, кстати говоря, наш вассал уже принялись осаждать, но единственное, у них осажденных всего на 2 человека больше. Смогут ли они его осадить? Даже не знаю. Хорошо, зависло. Все отвисло. У нас до сих пор получается амбиция завести друга. Но у нас никак не получается завести друга. Ну, как я и говорил, даже если у нас не получится, я не буду снимать. Не буду снимать. Пусть она будет до конца жизни. То есть мы будем такими одинокими. А женой, но без друзей. Ой, взяли вторую нашу провку. Но мы сейчас спокойно пришлем подкрепление и вас разгромим. Я не буду рисковать, пытаться как-то их перехитрить. Для того, чтобы не сопили в битву в горе. Поэтому просто подождем, когда у нас будет достаточно войск. Да, не смогли взять. Так, от гер мы отбили. Так, а почему? Почему 34? Я не понимаю, почему. Мы не можем. Нудер под осадой. Тщательно. И идем разбивать эти 800 человек. Потом, если что, пойдем в Прибалтику. Пока что надо дождаться нашего подкрепления.
Здесь будет в итоге где-то 11 тысяч. Мы спокойно их разобьем. А почему столица? Почему? В столице. Почему вы не можете вернуться? Я не понимаю. Только 2-4 корабля есть. Ну, подумаю, что у нас тут пару... А, может, потому что это пробка оккупирована. Но все равно, какая разница? Нет. Мы получим дебафы. Очень жесткие. Хотя даже если так... То можем, в принципе, кавалерию выделить отдельно. А тут... Нет, это не делается. А вообще он когда прибудет? 14 октября. Мы 23-го. Так, ну а... Сам город вы пробудете тоже 14 октября. Мы 15-го. Так, просто уберите отсюда всю армию с... Как это всю армию с тяжелой пехоты? Как, блин, это сделать тут нормальное разделение? Не понимаю. 15-го. Вот-вот. Вот это я хотел делать. Лучники, ну лучники вроде как легкие. Если мы просто убираем тяжелую. Тяжелую пехоту. И убираем эту. 901, да. А, нет, стоп, вы все равно прибудете только 15 октября, почему? Не, можем только одну кавалерию сойти, но нас сразу же уничтожат. Нас же уничтожат. А мы одну кавалерию не можем сойти, мы можем сойти кавалерию и легкую пехоту. Даже если так. Так, вот здесь у нас кавалерия. Отправляем сюда кавалерию. Все равно. Как это сделать? Вот. Мне вот это нужно. Ну когда прибудете? А, вы все равно прибудете только 15 октября. Почему? Все из-за легкой пехоты? Я тут уже ничего не могу изменить. А, дебаф так дебаф. С одной стороны, мы можем его просто окружить. А давайте сделаем так, так будет просто интереснее. О, он решил сменить путь. Решил сменить путь через 6 дней. И через 5 дней. Опасно, опасно. Мы прибудем 14 октября, а он прибудет 15 октября. Остаемся. А тоже остался. Остался, но при этом у нас теперь есть нормальная армия. Пересечение реки, а то, что в горах ничего. Или же мы воюем возле моря. Ой, у нас тут отбили. Сейчас штурм. Никого не потеряли. О, кстати говоря, крестьянское восстание. Спасибо за то, что подавили крестьянское восстание. Но это 7 тысяч, идем, отправляем обратно в Прибалтику, пусть захватывают. Смирился с небежностью. Одиннадцать тысяч. Можно призвать еще вассал? Вероятнее откажется. Почему все так нас не любят? Подумайте, мы скоро организованы. Абсолютно организованность. Да, я доволен. Попробуем, кстати говоря, другого нашего сына. Который развратник. Может, за него больше будут голосовать. Но все так же. Так. Почему у меня резко стала карта более светлой? Не понял. У меня умер Ярл, у меня почему-то Скар стал более светлый.
Ой, я что, уже могу? Ой, я могу, кстати говоря, полномочия по советам сужать. Радует. У меня есть тут лоялист какой-нибудь? Если не лоялист, он наш сын. Он получил точно этот пост не за связи. Я вас уверяю. Тренирую получение. Мерси. Мерси. С кем стал воевать Мерси? Баварий. Мерсийская война за Ваня округа Гин. Кто за округ Гин? Это вот этот округ Гин? Зачем вы подокали, черт возьми? Вы еще не истинные англичане. Ваш вассал Ярл Ливоний ругался со своей женой, похоже на что-то расстроен. Это не мое дело. Так, сейчас быстренько штурмуем. Что это за придворное? Ну, выглядит ничего так. У него муж тайный советник, так что... Мы точно входить в покой не будем. Я знаю, что многие ютуберы так делают. Я сам помню, но... У нас детей так хватает. Сорок один процент войны. Так, одну армию надо будет отправить. А вторую отправим в Упланд. Посмотрим по ситуации. Преимущественно восковые. Я говорю, тоже неплохо выглядит. Конечно. Так, мальчика тоже отпустим, если уплатит налог. Да, налог, выкуп тоже хотят выплатить. Я доволен. Хорошо. Что можем? Мы можем прокачать терпимость или величие? Пожалуй, величие. Обычно качать не будем. Мардьяры больше не кочевники. Мардьяров решил осесть в Карпатском бассейне, сделав его новым домом для мардьярских племен. Ну, молодцы мардьяры, что сказать. А мы пока еще не смогли принять феодализм. Хотя вам ближе к Европе, вам ближе. И сменили название на Венгрию. Так, у тебя 375 тысяч... Тебя 3.40. То есть, в принципе, наш вассал сильнее. Плюс у него должно быть... А, нет, он в Англии. Он цивилизован в Англии. У него постоянно союзников не должно быть. Но, с другой стороны, ему еще высадиться надо. О, здесь еще небольшой кусочек. Галуэй отвоевали. Орландия отвоевали. Но Кент до сих пор независим. О, кстати говоря, острова как-то успели завоевать. Не понял, правда, когда? Фарера то... О, у нас тут 456 человек. Шотландия мы не воюем. Я и забыл, что они тут у нас есть. Здесь ничего качать не будем. Ничего качать не будем. Здесь тоже ничего качать не будем. Вот это какой-то замок. Ну, если что, перенесем. Ну, как я понял. Если что, перенесем сюда столицу. Ой, а что вы тут решили сделать? Мы сейчас возьмем и разобьем вас. Как я понял, это за деньги. А, нет, это не за деньги. Улучшение. Это пак на нападение со Астурией. Ты мне вообще не сдался никаким образом. Давай пак на нападение. Ты астурийец, но ты мусульманин. Я даже поначалу не думал, не понял, что это Астурия. Превышен постоянный лимит. Не понял, почему. Опять кто-то умер. Кнут, наш сын, объявил войну. Зачем? Когда можно все мирно получить. 7000, это, кстати говоря. А, это наша армия, я еще думаю. Каким образом наши союзники смогли создать такую большую армию?
700 человек малой Польши. Что-то там осаждают. Так, победа в селении Даль. И попробуем сейчас отбить город. Наследий не очень много. Большие потери. 96 человек. 99%. Ну, еще немножко подождем. И битва, и война будет выиграна. А, сейчас мы тут. Захватим эту поровку и все. Розы миропорядку 37%. Блин, у нас и социальный лимит превышен, и вотчины. Что делать? Может даже раньше, кстати говоря, войну закончим, если эту выиграем. Если эта битва принесет нам нужный восход, да? Так и оказалось. Против тебя, за тебя сражалась, наверное, половина большая часть языческого мира. Ребята, смотри, как Ирландия выросла. Но ты, тем не менее, проиграл. Эта война длилась 3 года и 6 месяцев. 3,5 года. У меня требования. И получаем целую одну поровку. Им розы миропорядку. Опять же выросло там процентов на 5. Что ж. Победоносная война. Пешно завершилась. Какие у нас есть еще слабые претензии? Так, ну у нас перемирие, поэтому ничего делать не будем. Герцогство. В рамках одной полотки. Герцог Хамавия. Тоже одна поровка. Можем Добрянск попробовать захватить. Или у нас перемирие. А, у нас точно. Полос, ну, фигня. Вождество Висла, но опять же тут ничего интересного нету. Мемель. А вы что, еще хотите раз воевать? Да я как бы не против. Ну, вас разгромили один раз, разгромим и во второй раз. Только теперь нужно выбрать цель. Ну, кстати говоря, Шотландия. 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 Пока не можем иметь войну. Жаль. Так, империя Скандинавия 62%. Тем не менее, все очень долго, все очень долго. Моральный авторитет у нас низкий. Может тогда попробовать ради поднятия авторитета начать войну. А просто не как феодал какой-то, а как завоевание округа. Ирландия. А то у нас католик. Ну, Луси тоже можем, но так делать не будем. Малик. Нет, нам не интересны эти мусульмане. Можем язычникам такой повод для войны выбрать? Ересь католичества. Невера против Шотландии. Рора хромой тоже католик. Небрянск. А что будет? Нет, моральный авторитет не вырастет. Ну, в общем, сейчас подумаем. Как у нас с ним там дела обстоят? В Италии. Но Византия, он не входит против нас в альянс. И Бавария. Еще Византия. Еще Парма, но есть смысл. У нас и повода-то нет. Ну, кстати говоря. Великий магистр тоже не входит против нас в альянс. У нас даже есть какой-то причин для Но у нас даже есть какая-то причина для нападения. Будет интересно ее тогда реализовать. Сейчас только выведем войска. Выведем войска, так. Развитие, что у нас развитие?
Сначала рынки везде построим, потом уже займемся крепостями. А у нас еще не построены рынки. Вот здесь еще не построен рынок один. И все. Да. У нас только в одном месте не построен рынок. Особо новое решение. О, великий народный праздник. Давай. Пусть начнется. Как же много заговоров. Просто не представляю. Мы спускаем нашу вочную. Она значительно поредела. Так, и смотрим. Смотрим, что мы можем сделать против великого магистра. 4500 это неплохой показатель. А завоевание округа. Это даст нам моральный авторитет для нашей церкви. Да, было бы здорово. Здорово, можем и Баварию начать войну. А, ну да, они же католики. Католики, католики, католики. Шотландии, как можем тоже? Да, Шотландии тоже можем. Освобождение пленных. Это ж у нас кто? Ты у нас еще скандинав. Класс. Освобождение пленных. Конунг держит заточение безымянных пленников, которые представляют для вас интерес. Если вы победите в войне, они будут освобождены. Кроме того, у вас может быть возможность тоже взять кого-то в плен. Все освобожденные пленники прибудут к вашему двору или ко двору того, кто стоит во враге. Если мы приедем, получим кучу престижа, получим кучу денег. И какая-то Линда выйдет из тюрьмы. И еще какой-то близкий родственник окажется у нас в войне. А что за Линда, я так и не понял. Что у него в дворе? В дворе у него нет никого в темнице. Так, это не то. Ур задержится. В темнице, но это не Линда. Не знаю, что за Линда. А есть какие-то более интересные цели? Ну, Шотландию мы все потребовать не можем для нашего сала. Потому что тогда он просто станет королем. Насколько я знаю. Можно потребовать одну провку. Можно потребовать еще одну провку. Еще одну провку. Еще провку. Еще, еще, еще. Можем за де юре претензии начать войну. А есть ли тут, наверное, претенденты? Нет претендентов, на ярца викинг у нас нет. Тогда у меня есть более интересный вариант с Италией. Раз Шотландии ничего интересного не выйдет. С Молом так и не хочется, чтобы мы... У нас появилось, чтобы мы заключили альянс. Жаль, кстати говоря, мне показалось, ли ты принял православие? Нет, мне показалось. Хорошо. Первая великая. Можем завоевание округа сделать. А не округа, это просто чисто для морального авторитета, потому что наш правитель старый, но я надеюсь, что он доживет... У нас до реформирования церкви. Чтобы реформировать церковь, нам нужно... Чтобы реформировать церковь, нам нужно повысить моральный авторитет и все. И все. Ну, конечно, было бы неплохо сместить тебя, но наша жизнь не страшна. Мы тебя просто там вот, отзовем вассала. Говоря. А, вассал нельзя отозвать.
Странно, все говорю. Тоже в меру красивая. Ну, в меру. Да, какая культура голландская? Я думаю, какая-то северянская. Эх. Начнем тогда войну с великим магистром. Я надеюсь, за него папа не... Если его папа не будет никаким образом защищать. Потому что это было бы обидно. Сейчас соберем армию. Точнее. Сколько у тебя армия? 4000. Соберем наш флот. И... И отправимся в морское путешествие. 859 кораблей. Так, здесь у нас 7000. Я думаю, этих 7000 вполне хватит. Здесь оставим 3000 на всякий случай. Ну, конечно, надо бы отправить побольше армию, потому что все-таки воевать с военным религиозным орденом — это не то, что там захватывать какую-то майорку. 79 кораблей. У вас сколько войск? 77. Но близко тут уже нет корабликов, только если уж здесь. Ну, давай, еще два кораблика. Лишними не будут. Нитр, ты с кем воюешь? Может быть, с мадьярами? Князь Кузьма. Кузьма. Или Кузьма, не знаю. С отвагами, в общем. Можем ради... Ладно, мы можем сейчас пожать управление, тем более это не снизило нам размер вотчины. Ради здоровья. Здоровье нам сейчас очень важно. Так, что у нас тут? Вот, понятное дело, уже собрался. Вот армии еще нет. Армии идти и идти. Решение официального лимита. Официальный титул, кстати говоря, надо будет переложенного лекаря забрать. Подходишь, подходишь. Чашей. Он нас не любит. Да, ставим всех, кто нас не любит. Обычные правила этой игры. Ой, снова лучше поставим Хёдвига кого-нибудь. Что нам это вообще передать куда-нибудь? А, можем просто по рангу. Нас там все равно не любят. Так, и тут был еще один. Ну, парни тоже сойдет. Многочестия много. Радует. Престижа мало. Но деньги у нас, денег у нас много, мы их будем просто вкладывать в крепости. Ладога узурпировал титул вождества Валдай. А, блин. Так, нет, по-моему, это внутри страны произошло. По-моему, у нас такие границы примерно и были. Кстати говоря, кому это досталось, а нашему вассалу? И что за вассалу, мне интересно узнать. О. У нас есть еще свободные дочки? У нас есть внучка. Ну ты, она, ты, пожалуй, слишком молодой. Ты сам вообще еще недавно родился. Сколько тебе? А, нет, это наоборот, это наша внучка недавно родилась. Наш сын, вот наш сын еще не помолвлен ни с кем. Разумеется, порядку на 41%.
Так, все, мы прибыли. Я рад. Теперь можете садиться на корабли. Узурпировать земельный титул, но понять дело у наших обоих родственников. Я не знаю, зачем воевать против родственника. Дрейден, зачем? Так, внучка. Внучка, ничего не будем делать. Что у нас тут по прямому вассалу маленький? Ну то ж, а, то у нас как раз Хёдвинг. Можем передать тебе тогда вассала этого маленького. Нет, нет, мне не понравилось то, что ты начал войну. Так что я тебе ничего не дам. Я дам нашему другому вассалу, у которого хорошего у нас мнения. 25. Надо будет еще какого-нибудь нового мелкого вассала передать. Нарва. Гадуем к Нарве. Вообще, Нарва к какому герцогству относится? О, кстати говоря, 4 титула. Можешь создать 2 нового герцогства. И к тому же еще Померанию. Карлсу Эстонии. Эстонии мне это не нравится. О, кстати, вождь Табату, вождь Тверь. А, это еще не захваченная земля. Хёдвиг, Ярл, Алмагор. Ну, ты и так сильный. Бруска можно отдать, потому что они вообще хорошую службу нам служили, только ты нас не любишь. Не любишь, а почему? Вожжица Кульм. Можно тебе Кульм передать. Не так, кстати говоря. Да, пожалуйста. Да, вы так, кстати говоря, стали более красивыми. Можем создать 2 новых герцогства. Эмплант, который относится к нашему конунгству. И Померание, потому что вы там уже позахватывали земель. Как же я вами доволен. Как же я вами доволен. Захватим еще эту... Блин. Морально авторитет потихоньку растет. Министр, вот что с тобой делать? Как от тебя избавиться? Я не могу у тебя... А, я могу, кстати говоря... Нет, я тебя даже в тюрьму... А, вот могу заключить тюрьму. Но никакого салата звать у тебя не могу. А, ну можно я могу просто у тебя отозвать вождество. Я говорю, я тебе могу кинуть в тюрьму? Нет, не могу. Ладно, можно что-то просто тираном ради нашего Чивира. Сколько это будет стоить? Отозвать титул. Зеландия. 50 престижа. Нужно иметь 50 престижа. О, слушай, так он считается у нас еретиком. Так как у нас еретик, то... Спокойно отожмем у тебя земли. Единственное, ты можешь обидеться и... Можешь очень сильно обидеться. И уйти от нас. Можно тогда тебе дать там... Восточную Исландию. Ну, будем заниматься этим в следующих сериях. Ну, а с вами был Shadow Master. Всем всего хорошего.